Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня я камеру дома забыла, значит, хочу показать, что я еще сделала. Вот под окном у меня идет вот этот брусок, и я сделала внизу, в тот раз просто не успела, вот такие как бы стоечки, которые будут удерживать всю мою конструкцию, все мои рамы от давления сверху. Вот, и теперь уже точно уже никто никуда не денется. То есть вот такие, когда будете ставить окна, обязательно под нижней планкой, не знаю, под доской у вас будет, или брусок, или что у вас будет, обязательно вот поставьте вот такие, ну, я не знаю, кукосины или как стойки. В общем, чтобы у вас давление не промяло вот эту, вот эти окна. Теперь вот сейчас я утеплю низ весь. Пену я уже везде срезала. Плохо видно в телефон. Пену срезала. В общем, сейчас я вниз утеплю и буду уже зашивать все. Вот, облагородила один угол, одно окно. Но опять же не до конца, потому что нужны уголки еще. Уголки, и будет все тут завершено. Сегодня занималась именно этим окном полностью. В следующий раз приду, вот буду этим заниматься. Сегодня мы приехали с Егором. Ты, Егорка, у меня сегодня костровой. Да, Егор? Да. Что будешь делать-то? Сосиски жарить. Жарить сосиски он будет. Погромче надо говорить. Стесняется. Вот. Будет жарить сосиски, хлебушек на огне. Сегодня у нас тепло. Где-то нулевая температура. Я пока тут занимаюсь. На веранде он тут костер делает. Подбрось еще-то, Егорушка. Пусть они прогорят все сразу. Не садись, снег сырой, весь будешь сейчас сырой. Ну ладно, в общем, сейчас прогорит, будем жарить, а бабушка пошла делать дальше дела. Делаю, продолжаю веранду, обшиваю там, сейчас покажу. ОСБ. Против света мало что видно. В общем, ОСБ я обшиваю вокруг, чтобы все стены были у меня одинаковые. Потом, когда весной уже тепло будет, я покрашу все. В один цвет какой-нибудь светленький выберу. Может, голубенький или какой, еще не знаю. Вот, может, белый. В общем, посмотрим. И у меня будет все в одном стиле. В общем, надо доделаю эту сегодня стенку. Сейчас доделаю там внизу тоже. Плюс плинтус сразу ставлю. В общем, вот так. Потом поищу где-то. Мне надо сюда занавески повесить. И что-то придумать с карнизами. Карнизы надо тоже подумать, как сделать. Меня постоянно спрашивают, какими инструментами я пользуюсь. Шуруповерт у меня компании Makita. Это не реклама, это я просто уже, кстати, рассказывала уже неоднократно. Вот. Такой небольшой, с дополнительными аккумуляторами. Аккумулятор у меня дополнительный. Я как-то его брала по акции через интернет. Даже не я, а мне дочка купила. Я не помню уже за сколько, то ли за 5, то ли за 6 тысяч. Вот, он у меня уже давно, я довольна им. Теперь лобзик. Лобзик у меня компания Девальт. Но я знаю, что вроде как уже эта компания ушла с рынка, то есть она не делает инструменты. Поэтому вам надо будет купить подходящий тот лобзик, который вам понравится. В принципе, тут он, ну, не знаю, практически все лобзики одинаковые. Не берите только совсем слабенькие. Вот этот может резать и металл, и дерево большое. То есть, ну, как бы он предназначен для разных работ. Мне он очень нравится. Ну, немецкого качества. Берите вот немецкие. Вот. Ну, в общем, я довольна. У меня до этого был
российского производства, ну такой какой-то старенький, совсем маленький. Он у меня быстро накрылся, поэтому я вот этот купила, тоже по акции у нас был в магазине. Тоже не помню уже за сколько, тоже 3-4 тысячи. Ну вот, и я довольна. Вот сейчас как раз наверняка акции идут в магазинах, поэтому вы можете присмотреть себе подходящие инструменты. И лобзики, и, если нужно, и шуруповерты. В принципе, в хозяйстве этого достаточно, если не заниматься большими стройками. Эта стена у меня готова. Теперь осталось только мне вот сюда уголочки сделать. Но я сначала покрашу весной, потом сделаю уголки, помою окна и повешу шторы. И все, в принципе, эта стена у меня готова. Слушайте, ну на веранде намного стало теплее. Я вот прихожу, включаю обогреватель на веранде. У меня, я приезжаю где-то минус 2, минус 3 вот было вчера и сегодня. Сейчас уже 8 градусов на веранде. Хотя у меня зашита, считай, одна стена. Ну и вот эта половинка. Крышу я утеплила. Вот это стекло сейчас, тут стекла нет, тут просто этот. И там стекла нету. Половина стен еще не утеплены. Но все равно уже тут тепло намного. Теплее намного. Вот. Поэтому хорошо, что я начала этим заниматься. Правда, на улице сегодня тоже не холодно. Но вот, не знаю, посмотрим. Но если я печку поставлю, мне кажется, тут будет тепло. И доделаю, когда все потолки доделаю. И это... Вот полы, не знаю, утеплять, не утеплять. Зимой, может, жить будем. Так вот, не знаю. Пока полы не утепляла. Ну, посмотрим. Пока вот вроде как не планирую. Но стены, потолки, все это сделаю. Теперь буду переходить, буду думать, делать. У меня там окно надо поменять. У меня большое окно есть. А потом уже буду заниматься... вот этими стенками, где у меня окна с форточками будут. Вот, потому что тут немножко по-другому будет все делаться. Вроде все. Пойду помогать жарить сосиски Егору. Мне кажется, вот так интересно, аккуратненько получается. Может, бежевым каким-нибудь покрашу, таким светленьким бежевым. Либо голубеньким. Ну, в общем, посмотрю. Обозначились окна очень хорошо. Надо единственное, что уголки будет еще сделать. А так вроде неплохо смотрится. Вот. Шторы повесятся. Тюль повесится. И мне кажется, вообще шикарно будет. Так что вот. Потихонечку дело движется. Сосисочки наши жарятся. Сейчас хлебушек еще пожарим. Да, Егорка? Да. Давай. Это что? Сосиски жарятся. Вот, сейчас будем обедать. Я обычно, когда приезжаю одна, я не обедаю. Я пью чай, с собой беру термос с Иван-чаем и пью. А так как Егор у нас любит покушать, вот, приходится, да, Егор? Смотрите, какие я скульптуры из льда сделал. С носом уберу. Смотрите, красивые, это собачка. Собачку это, сделал? Да. А, ну вот. В общем, он счастливый, приехал на дачу, давно не был. Да. Вот, соскучился по даче. Сейчас будем вкусненько кушать. Осторожней. Жарим еще черный хлебушек. Тут запахи такие по всей округе. С детства помню этот теплый, вкусный, горячий на костре хлеб. И картошечка запеченная. Самая вкуснятина, самая вкусная еда. Егорка у меня прибирается, наводит порядки, подметает все. Вот. Я вот этот угол тоже еще зашила. Вот тут вот, который у меня с комнаткой. Осталось уголки сделать. И будет уже все тут, ну, пену срезать и уголки сделать. И будет этот угол у меня закончен тоже. Утеплила его и зашила. Остались вот там верха у меня. В тот раз не доделала, потому что мне материала не хватило. Сейчас подкупила немножко вот этих несколько штучек буквально.
И доделаю уже, утеплю там остаток. И все, крыша у меня будет заделана. И буду уже заниматься окнами оставшимися. Вот тут надо делать. Ну, в общем, много еще на веранде работы. Не знаешь, за что хвататься. Ну, как бы постепенно, потихонечку делаю. Но уже тут тепло. Тут плюс 8. Мы сегодня приехали, был минус 1, а сейчас плюс 8. Хотя маленький обогреватель вот тут вот стоит. Господи, блин. Чё ты там ползаешь? Руками-то не надо, давай веником.